Всем здравствуйте, меня зовут Ирина, город Санкт-Петербург. Я в семи цветах. Видите, зайка такая маленькая, посмотрите, бело-розовенькая. Вот эти вот красотки. В семи цветах, на пучек 8. Ну, привоз вообще, как бы, знаете, кот наплакал. И очень мало. Вот, смотрите. Вот. Ну, я нашла тут, сейчас покажу биглип. Сейчас. Так, это у нас сурфсонг здесь. Вот он. Это сурфсонг, красавец. Ой, как мне нравится. Я его взяла. Ой, так довольна, потому что он настолько красивый. И вот этот вот биглип. Здесь увидела, схватила. 600, по-моему, 25 рублей, 2 цветоноса, потому что с одним цветоносиком это будет уже намного дешевле. Вот такая красавица. Ну, красавица, да? Вот. Потом такая маленькая. Видите, зайка такая полосатая, красавица. Вот она. Вот тоже симпатушная. Полосатенькая. Это... такая беленькая. Смотрите, вот такую я нашла. Как она мне нравится. Но я еще подумаю, посмотрю основание, потому что сомнения у меня есть по поводу вот этой кроссовки. Видите? Красивая, да? Вот какая-то она, посмотрите, как корябая какая-то. 355 рублей вот эти маленькие. Мультифлорочки, красавица. Крышочки хорошие. Мутация такая небольшая присутствует, видите? И вот такая беленькая, смотрите, с розовенькими такой полосками на боковых лепесточках. Ну, красотка. Мне такая, по-моему, в обе попадалась. Ну, там, сами видели цены, ого-го. А здесь 355 рублей. Это недорого. Так, вот тут еще. Кстати, никто не берет вот эту красотку. Ну, ж красивая. 515 рублей. Ну, может быть, там что-то с ней не того, но она красивая. И такая, вот тоже полосатая, светленькая, розовенькая. Так. Ну, много красоты. Ну, сами видите, очень мало. Беленькая, холесенькая, 20 нос. Ой, какие крышки, вы посмотрите, обалденные крышки. Беленькая, супер. Надо ее повыше поставить, а не поставить. Нет. Хотела, чтобы, ну, кто-то обратил внимание, не все смотрят на белую. Тоже. Ну, какая хорошенькая. Ой, вот такое глазостенькое, посмотрите. Прям вообще хорошенькая. Красивая. Не обратили внимания? Вот еще. Интересно. Вот интересно, красивая орхидея. Ну, качество так себе, я хочу сказать. Как она называется? Вы в прошлый раз говорили. Леванта. Спасибо еще раз. Это Леванта. Красавица. Ну, красивая, да? Ну, такое ощущение, что это все вот с прошлого. Ой, Лиза не хочет. Ладно, давайте. Вот она. Интересно, красиво тоже отсюда. Ну, сейчас засниму, хорошо? Спасибо. Это у нас Аладдин. Биглипчик Аладдин. Вот нашли. Отлично.
Аладдинчик, прелесть. Вот такой. А, так, это у нас Рим. Вот такая вот орхидеечка красивая. Вот, это Рим. Вот это такой, смотрите, полосатик красивый. Бухарест, Будапешт. Я все время путаю. О, какая. Смотрите. Обалденно. Такие большие цветы у нее, большущие. Так, что-то тут я еще одну такую красотку видела. Сейчас вам покажу. Ну, вот это, да, тоже красивая. Не всегда бывает. Вот она. Вот это. Сейчас. О, вот это красиво. Так, названия тут нету. Ой, какая нежнятина, очень нежненькая. А здесь название есть? Тоже нету, но корешки тоже хорошие. Так, это у нас дендробиум 925 рублей. Это вот дендробиум 1009 рублей. Вот это красиво, боже. Боже, какая ты красотка, да? Так, ищу гибискус. Но это не гибискус. Это у нас дополнение, что ли, красное, 915 рублей. Дипландения, да, 915 рублей. Так, пока гибискуса не вижу. В прошлый раз был, но мне не было времени заснять. Вот. Сейчас. Вот эти красотки. Тут у меня такая погибла, к сожалению. Это пеперомия. Пеперомия. Сколько ты стоишь? Или это набор? А нет, 375 рублей. Это недорого для пеперомии. Тоже пеперомия. Это все пеперомия. Вот. Это тоже пеперомия. 389 рублей. Недорогая. Вот. Да. Слушайте, гибискуса я не вижу. Так, пойдемте дальше. Может быть, увижу. Так. Ага. Нет. Идти. Так, это у нас кто? Это у нас пахиподиум ламерия, 1029 рублей. Что-то гибискуса нету? Нету. Нету гибискуса. Вот так. Так, что у нас тут идет? Ага. Земля. Так, а, это клевер белый. Так, испачкала память. 579. Угу. Полкило клевера. Так, земля. Игровая площадка. Так. Медленно растущий газон. Роза. Роза-мимоза. Так, дренаж. А мелкий есть дренаж? Я в прошлый раз купила. Вот он, да, мелкий, совсем мелкий дренаж. Классно. 2 литра. Потом уже в следующий раз куплю. Он пойдет. В общем, вот видите, какой миленький, да? Вообще классно. Вот, 56 рублей. Фракция 5-10 миллиметров. Небоземельку. Так, это для роз, для бегуний. Так, для лимона. Вот. Ну все, я уже думаю, больше ничего не будет с привозов. Для азалий. Для декоративно цветущих 79 рублей.
большая. А ты дочка спрашивает, мама, сколько? Так, вот это Лола сорт. Такая красивая, да? Очень красивая орхидея. Все, на этом все. Спасибо всем за внимание. Большое спасибо, что зашли на мой канал. Огромное спасибо всем, кто подписался, кто со мной давно, кто пишет комментарии. Хочу вам пожелать крепкого здоровья, не болейте, мои дорогие, всех вам благ, исполнения желаний, чтобы все у вас было хорошо. Будьте зайка. Ну и мирного неба над головой, дружбы между народами, уважения, взаимопонимания между разными вероисповеданиями. Всех до новых встреч, до свидания. 695 рублей.